пройти, вот заебись. Угу. Контроля у нас не хватало, здорово, да? 20 тел не хватало. Это ты так говоришь, ну, чтобы люди успокоились. Там на самом деле не контроля не хватало, а кое-чего другого. Давайте баф погнали, трэш чистить. Вот вы так говорите, а вы на освоении леди были, когда она была почти неубиваемая? А по поводу осколков, по-моему, Лёха хотел себе собирать. Я про леди сказал. Он же собрал себе, нет? Джокер, МК на анкил, анкил на меня. Это кто, про товар сказал? Пули, мы же не знаем, что... Ну. Рок нету, то что ловушки будут активировать. Мы боимся ловушек. Вы думаете тоже головой там не врывайтесь, как потерпевший? Есть, ну, и башни, наверное, раз 100 сдохните, заинц нормально будет. У нас есть двуручные оружие, у нас какой, блядь, мозг. Кто-то щит света прожал. Круто. Мы не на Джейми. Может, не в ДД, потому что три шамана такой. Просто, блин, тебе все равно на леди придется. Варшану. Ну, даже щит не надо проверить. Слева вон вижу ловушку. Сейчас мы бог сыграем на тебя. Ой, господина, проникли! Ну шо, отлично. Поговорите о чем-нибудь, что-то скучняк. Сейчас, погоди, до леди дойдем, будет весело. Там, видишь, с тобой разговаривают, и так, что ты, что тебе еще надо? Я Черебанов вспомнил, он тоже лично так кричит. Ой, трешачок, давайте, вон, трешачок сзади. Это все слова. Репу покачаем. Которая уже 10 раз на фул, да? Не-не, души фармим.
Блэк, прожми на нем таун. Че, может, на треш упадем еще? Видите, поставьте, нету кого бить, они подряд бьют. Блять, сейчас хрень не представит. Ну а чего? Второго забирает сразу. Смертные. Маги, столик, пожалуйста. Маги, так, столик, пожалуйста. Шкаф поставьте, Библу присуманьте. Ешьте рыбу. Можно вы в кучу, ребят? Кто там просил крик на АП, блядь? Бегитесь хотя бы. МТ блокирую. Void of tank. Где ты видел вару в мейте? Кто еще раз? Black Killer. Вага. Баф готовности. Дайте каску, лапу. Раздавака. Каску по АДК. По АГД каску. Кирюш, обнови, пожалуйста, каску по шаману. Где Вага? Вага. Ждем Вагу. Последняя проверка. Блять, накроет этот мир волной смерти. Библу слейте там.
Вихри разбежали. Разбили шпы. Под босс. А вот и щит упал, который Джонни хотел. По делам ему. И тема, блядь. И поезд. Сила бездны, есть осколок? Окей. Так, он не уникальный, я на успех паролю. Я, правда, не уверена. Не, ну щит топовый для шамана. Бля, ебать, я попал, лох. За ним 3 месяца, 2 месяца ходил, а тут его нет, он упал. Разглядеть источник истинной силы. Не бейте только. Забирай силу. Очень много вот радости. А, ну и я от того, что съязвила. Бывает. Я молчу. Че ты с этой стороны стоишь? Вот иди от этого моба. Давай, вставай, я могу. Бегу, бегу уже. Нет радости. Я думал, там стоит. Да я пошутила. Я съязвила. Я не знаю, но смысл. Его обычно говорят поднимать сюда наверх, лезть с одной стороны, моб с другой. Я могу не поднимать. Будете с лестницы целиться. Нет, могу вот тут его оставить. Вот давай вот тут оставим. Нормально будет, да? Угу. Вот и цельтесь. По-моему, на полу все-таки не хватает, да, чуточку? Чё тебе на пол? Ну, он в рейд побежал. И что? Ну да. Сейчас взорвался. Контроль есть. Да, лага. Мы ж не знаем, кто когда пришел. Там человек мог прийти и к 9, и к пол... Ой, и к 7, и к пол... Так, ну замен нет. Миш, можно на 1.5 минуты отойти? Ты же вроде с контролем сейчас тяжко будет. Придется вцевать. Всех, кого видим. 4 лягушки, 3 барана. Ну. Гриба можно просто убить. Разрешаю. Заебался им паровоз.
сверху. Еще нам нужен один танк. Я спекнусь еще. Кто? Молдозар. А у тебя он нормальный? Ну, 270-й. Ну, дело давай. Не в том, дело в том, что имейте в виду, вот тут, без напула, вар никак агро не наберет на леди, вообще никак. Это понятно. Маргинала спросите, шмот есть. Но на танк? Дело в треньках. Вага, нет. Давай расчехляй своего протопал. Ты говоришь, что ты танк, там шмот на танк. У него для арены протопал, так что не лезь куда не надо. Маргинал, ты в диссе? Да-да, что? У тебя танк есть? Нет, нету. А ты умеешь нажимать ледяную стойку и агро набирать на леди? Ну, типа смогу, да, что? Ты так делал когда-нибудь? Ну, я думаю, под беспощадностью агро наберется неплохо, я ставим. Вот, чё выражаете, у киллера есть. Ставим Молдозара просто на трэш, вы вдвоем с киллером стоите на этом. Ты понимаешь, что я, хоть Молдозар, хоть, блядь, сам Господь Бог за протовара на леди будет бесполезен. Он не наберет агро. Трэшак собирать, просто трэш. Ну ты готовься тогда вливаться к тому, что 5 стаков. Не вливаться в него сразу же, а просто в. Дело-то не в трэшаке, дело в боссе второй фазы. Когда 5 стаков наберется. Блять, его на пула не хватит. Когда будет 5 стаков на ДК, босс пойдет по рейду. Вот если ты к этому готов, то. А так я советую того ДК фрост лед стойку включить. И посвищаться вместе со вторым ДК на боссе. Его зафилить. Вон греча есть! Зовите гречу! Хоть греча, хоть этот ДК, без разницы. Греча танк есть. У вара зависит агронабор от ярости напрямую. Ребята, не пас, пожалуйста. Греча не отвечает. Сейчас будет весело. Делорус, я тебе решение уже сказал. Как сделать, чтобы было нормально выйти. Я так не раз убивал. О! Пианист, ты здесь? Давно тут висит, Дискорде. Дискорде-то висит, он в игре появился. Пианист. Расскажите новеньким тактику пока. На меня можешь не рассчитывать. А куда ты делся? В ХМ-ку я не планировался. Или для ХМ-ки сегодня хуёв, я не пойду вайпать. Окей, куда мы пойдем? Мы полтора часа просидели просто так. Мы на леди 25 герц. Сейчас стоим. Час 10. Лёха, у нас как раз один слот свободный, самый главный вагон вышел из игры. Ну? Вага, там не ты, у меня два всего лишь. И то, блядь, голову походу рубить придётся. Да, твоего решения ждём, Лёш. Я не собирал этот рейд, типа... Окей, ты ничего не собирал, потому что тебя тупо не было час. Если не собирал... Пока тебя не было час, принялось решение мною пойти в ЦЛК ХМ, потому что в РС ХМ нет смысла идти, а больше нам идти некуда, потому что ЦЛК обычка у нас нету... Все, хорошо, иди. Я могу распустить этот рейд? Как хочешь.
Просто факт в том, что этот рейд планировался мной на завтра, потому что завтра, завтрашнего дня будет кислый, ему осталось 4 осколка добить посох. Я тебе говорил, Фарад. Давайте расходимся, короче, завтра. То есть кислый не может это на следующей неделе добить. То есть 30 человек, грубо говоря, будут ждать кислого, чтобы добить ему 4 осколка. Когда ты видел, чтобы я в субботу хоть раз собирал сложный рейд? У нас нету байеров. Вообще, ты сегодня собирался идти в ОКХМ. Человек 20 это... Ладно, куда сейчас идем-то? Завтра. Да, я говорил, что 8 часов целка 20... Ой, это, блядь, ОКХМ, скорее всего. Кто-то слышал про 8 часов? Да, я говорил. Он только Библу, по-моему, сказал. Да, типа, до 8 часов ты можешь отдыхать. Я немножко и не понял, с чего бы. Чё нам сейчас до 8 часов отдохнуть можно, да? Проносите первый квартал, проносите второй квартал. Да нахуя? Ждём 8 часов, значит. Потом поменьше проносить будет. Вот Даша дал добро. Возвращайтесь. Давайте первый квартал зачистим. Оставьте 5 боссов, оставьте 5 боссов, чтобы все что кислым мог добить осколки. Ну все. Как раз до 8 часов успеете, в 8 часов пойдем ОКХМ. Миша, возвращайся, Леша одобрил. Просто я сегодня не в состоянии танчить эту херотень после ЦЛК, блять, до варида. Берите, Миша. За 30 минут только успеем леди убить, и то, убьем ли ее или нет. Да успеем, если сейчас стоять не будем. Самое сложное пройдем. Давай. Просто 2 ЦЛКХМки, блять, в один день для меня это жестко. Ладно, ну... Не хочет он, ладно. Кто? Завтра. Че, вы не пойдете? Гречку принеси в рай. Че, мы полчаса курим или что? Миша! Бля, ебать вы кадры, вот собрали, настаивали пойти ЦЛК 25 хм, все заебись, рейд собран, без напула, все нормально, пойдем, состав нормальный. Сейчас вы сидите, морозитесь, блядь, пойдем, не пойдем, хуй знает, рейд слабый, блядь, РТ на 8 часов. Ну, ебать, Леша, нахуя, разрешил, блядь, вообще пройти? Стартовать? Чего вы все поливали? Вы нахуя вообще стартуете, блядь, если вы не хотите идти сюда? О, господи, что за, простите, психи? Я бы поэрелил этот рейд, но так как у меня нет прав, люди все я начали ливать. Я выйду пока, чтобы сопрот не тикал. Люди все начали ливать. Если вы не хотите идти в этот рейд, то ливайте. Если хотите, давайте права и пойдем зачистим пару кварталов. У тебя права, ты лидер, по-моему. Ты лидер. Да мне пофиг, хоть лидер, хоть не лидер. Мне без разницы, какое у меня право в рейде. Я про то, что так начислять надо ГП, ЕП за шмотки. А в гильдии, в рейде были зам ГМ и офицер? Я не знаю. Я говорю про то, что у меня таких прав нету. Зам ГМ ливнули, отдохнуть до 8. Все понятно.